Еще один подъем, По. Я понимаю, вам нравится быть таким жутко загадочным в стиле кунг-фу, но... Куда мы идем? Смотри же, храм Вуден, построенный на священном месте, где мастер Угвай впервые открыл кунг-фу. Здесь ты найдешь древние реликвии истинного кунг-фу, фигурки, высеченные из самоцветов и живого нефрита, которые добывают в этих горах. Многие великие воины погибли, пытаясь проникнуть в Вуден и разгадать тайну священных реликвий. Ах, должно быть, это крутой секрет. На вид все очень мирно. Горилла здоровяк и его приспешники. Горилла, кто-кто? Вперед! Живо! Когда Тайлуни посадили в заточение, армию горилл изгнали из этих мест. Но он сбежал, и они тоже вернулись. Нельзя позволить им отыскать реликвии и уничтожить храм. Может, вернемся, когда он чуть поостынет? Немедленно! Эти гориллы не уважают кунг-фу. Они пришли, чтобы разграбить эти земли и готовы уничтожить храм и реликвии. Мы им этого не позволим, верно? Нет, мастер, учитель, мастер. Враги могут появляться при помощи особых приспособлений, вроде подъемных платформ. Уничтожай их, чтобы не по. Отыщи и уничтожь 24 подъемных платформы горилл. Собирай и бросай взрывающиеся шары ловушки в... Как? Панда? Быть не может. Эй, ты там! Это моя территория. Что ты здесь делаешь? Ничего, ваша громадность. Уж точно не ищу никакие священные реликвии кунг-фу. Что за... Панда? Быть не может. Эй, ты там! Это моя территория! Что ты здесь делаешь? Ничего, ваша громадность. Уж точно не ищу никакие священные реликвии кунг-фу. Что за...
отыщи хотя бы 5 из 7 реликвий в горах Вудан и доставь их в храм Процветания. Поздравляю! Найдено... Thank you.
Поздравляю! Тебя достаточно реликвий. Когда будешь готов, найди меня в храме процветания. Быстрее, По! Горилла здесь, в храме! Не трать время зря! Найди путь в обход! Я о них позабочусь! Защити колонны храма от горилл! За ним, По! Используй взрывающиеся шары ловушки против горы. Поздравляю! Найдена фигурка Шифу! Тебя ждет сюрприз в меню дополнения. Ow!
Ша-ба-бум! Как тебе стиль панды, детка? Отличная работа! Ты не подвел. Ой, спасибо.